В рамках республиканского проекта «Народный бюджет» в городском округе Вуктыл реализован проект в сфере малого и среднего предпринимательства «Приобретение автомобиля для оказания ритуальных услуг», инициатором которого выступил индивидуальный предприниматель Вячеслав Муравьев. Необходимость данного проекта обусловлена тем, что на территории округа наблюдается нехватка специализированного транспорта для оказания ритуальных услуг. К сожалению, у меня случилась трагедия в 2017 году, и когда искал машину, так скажем, для перевозки близкого родного человека, я не нашел, так скажем, такую услугу. Те, кто этим занимались, у них транспорт либо был сломан, либо занят. И мне пришлось своими силами очень сложно, так скажем, довозить до морга, а потом до Ухты. Исходя из этого, то есть я подумал, что будет целесообразно для города купить специализированную технику для перевозки тел умерших, родных и близких. На реализацию проекта потрачено чуть более 1 миллиона рублей. Из них 500 тысяч за счет республиканского бюджета Республики Коми, 100 тысяч из бюджета муниципального образования и 403 тысячи рублей – средства предпринимателя. Машина изготовлена по индивидуальному заказу. В настоящее время завершается оформление документов, заключается договор ОСАГО и планируется получение номерных знаков. То есть это у нас непосредственно спецотсек. То есть здесь получается бактерицидная лампа висит для дезинфекции машины. Вот. Помимо промывки подиума мы еще, так скажем, используем вот эту обязательную антибактериальную лампу. Вот она там вверху висит. Вот. Имеется, так скажем, вентиляция двухуровневая, тоже с антибактериальными фильтрами. Теперь очень удобно стало, так скажем, ставить гробы, чтобы не как бы поднимать на высокую машину, вот оно выдвинулось, поставилось и, соответственно, аккуратненько задвинулось. То есть, как и везде, есть маленькие недоработочки, но это наш автопром, по-другому никак. Утрата близкого человека – это всегда трагедия. Вячеслав надеется, что работы будет мало, но он всегда готов прийти на помощь.